Всем привет, сегодня я буду играть в Стол отвара за Титан. Сразу же говорю, это взломанная версия, потому что я не понимаю, там только если донатить в Стол отвара или играть 50 миллиардов лет в Стол отвара можно получить Титан. Слишком все дорого. Интернет. Так, все, сейчас покажем, какие тут Титаны. Вот тут мод меню. Сразу же говорю, если вы хотите скачать эту взломку. Тут ставьте размер персонажа на Титанах 5. Скорость 1. Если хотите быструю скорость, то у вас смотрите. Ну, вы поняли. А мне нафига нормально будет. Правда, у меня живот стоит, но... Смотрите, я специально это просто добавлю. Вот у меня скинул так, может, я показываю. Сейчас буду живот. Вот, типа, я вообще. Что, ты сама? Разбежались. Это что было? Скинулись вот так вот. До свидания. Да, сюда. Иди. Надо сразу. Куда? Что это за скинулись? Сколько будет? А, куда? Куда? Идем сюда. До свидания. Кстати, я хочу скорее действовать на босс. Я уже проверял. А, забыл. Ну, очень мясо. Боже, боже, боже. И прикармливаем сам. Я еще раз. Правда, полочка. Дай, забывай. Забыл, зачем. Сейчас, сейчас, сейчас. Чекай, не так, все, пойдет, посмотрите. Кстати, она работает так. Сначала бегом. Все, он почему-то ждет. И потом только убивает. Это очень странно. Смотрите. Бах, 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 бах. Он отталкивает. И почему клетка открылась вообще? Это как? Это чё? Что? А как мне открыть его? Подождите. Как мне его открыть? А чё? А как мне... Чего? Сейчас, подождите. Размерчик поменьше. Ну, открывайся. Давай. Ну, братан, давай! Ладно, вы поняли. Что ж, всем пока. Пока. В будущем покажу вам еще персонажа.